судьба, прошу, не пожалей добра. Терпимо будь, а значит, будь добра. Храни меня и под своей рукою дай счастье мне, а значит, дай покоя. Дай счастье мне, дай счастье мне, той женщине, которая поет. Дай знать мне, где друзья, а где враги. И от морщин меня убереги. Не дай присытиться любимым делом, не дай оттяжелеть душой и телом мне. Вы знаете, вот я слушаю эту песню, я ее помню тоже с детства, у меня была пластинка и такая драматическая вещь, а мне как будто поют «Три мушкетера». Это я не знаю почему, и мне в конце песни хотелось сказать: один за всех и все за одного. Почему? А вот спроси меня. Вот что это такое со мной? Может, я схожу с ума? Так как приходится принимать решение мне. И если я вот такой немножко с приветом, то, наверное, я скажу вам, сейчас нет. Спасибо. Танечка, вам 25 лет. Вот мы с вами как бы ровесницы, мне тоже 25 лет. Но вот у меня было ощущение, что передо мной стоит взрослая, уже такая немного уставшая женщина. Вот. И почему? Так. В этой песне есть то, что было в моем прошлом, и то, что я хотела бы, то, что сейчас не получается, но я очень бы хотела. Я хотела бы иметь мужа, детей и хорошую семью, состариться в этом чувстве любимой женщины. Об этом, собственно, я и пела, если я не смогла передать это вам. Вот это я почувствовала, вот это одиночество. Вы на самом деле одиноки, да, сейчас? Татьяна, так вы же еще очень молоды для всех этих опций и для всех своих желаний. Их еще можно воплотить в жизнь. Но это лучше делать не в стриптиз-клубах, понимаете? Потому что в таких местах лучше мужа не искать. Важно, где я пою. Важно, что меня слушают. Безусловно. Я еще никогда не встречал человека с таким безумным желанием петь и делиться своим талантом с людьми. И это для меня пример. Спасибо большое, что были здесь, и я говорю вам да. Спасибо огромное. Я очень хочу и надеюсь, что нам удастся здесь пробудить в вас вот эту молодую, жизнерадостную девушку. Я говорю вам да. Спасибо, Боже. Спасибо вам огромное. Ну и теперь я остался. Сейчас самое страшное. От вас зависит? Зависит от меня. Ну, не впервой, как говорится. Брать на себя такую тяжелую ношу. Вы знаете, я могу сказать вам, что я через минуту-две после того, как вы пели, я забыл об анкете благодаря вам. И мне нравится, как вы поете. И говорю с удовольствием вам «да». Спасибо. Поздравляю вас.
Спасибо огромное. Татьяна, вы проходите дальше в наше шоу. Встретимся. Я уже запуталась, куда мне идти. Антон вас проводит. Спасибо. Спасибо. Я тебя поздравляю. Ты умничка. Я думала, я не смогу успеть. X-Factor! Я вас поздравляю. Ужас. Вот, посмотрите. Еще одно счастливое лицо 7-го сезона. Выступать хочу уже. А, концерты? Петь хочу.